Международный форум памяти выдающегося шорского и хакасского культурного деятеля Иоанна Штыгашева проходит в эти дни в Кемеровской области. Хакасию на форуме представляет целая делегация. Иоанн Штыгашев родился в селе Матур Таштыпского района в 1861 году. Он является первым шорским просветителем и переводчиком. Его произведение, написанное на русском языке, «Поступление в училище и продолжение учения шорца», которое вышло в Казани в 1885 году, является первым литературным произведением шорского народа. Он также написал записки о путешествии в Киев, Москву и ее окрестности, где описывает свое путешествие по святым православным местам. Его перевод Библии «Священная история» на шорском языке, а также книга «Указание пути в Царство Небесное» на шорском языке были изданы в Казани. Глава Верховного Совета Владимир Штыгашев, далекий родственник Иоанна Матвеевича, организаторам и участникам форума он направил слова приветствия. Желаю вам, чтобы эта встреча стала настоящим праздником духовного единения тюркских народов, способствовала их национально-культурному возрождению, укреплению дружбы и братства народов Юга Сибири. Желаю вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья, добра и благополучия. Впрочем, Хакасия прославилась на весь мир благодаря целому ряду выдающихся деятелей, в их числе и Валентина Майнагашева, известный востоковед-тюрколог. В свои 85 она до сих пор продолжает служить науке. В честь ее юбилея в Хакнияле, где работает Валентина Евгеньевна, прошло торжественное заседание ученого совета. Валентина Евгеньевна, конечно, это классик и основоположник современной фольклористики в Хакасии. Именно Валентина Евгеньевна первая защитила кандидатскую диссертацию по фольклору Алтынары, и она являлась автором фундаментального академического издания «Алтынарах» еще в советский период. Валентина Майнагашева – выпускница Московского государственного университета в 1955 году, Восточного отделения филологического факультета. Она в том числе является составителем тома избранных трудов Николая Катанова, а ее имя включено в энциклопедию Республики Хакасия. Старейшего ученого республики с юбилеем поздравил председатель Верховного Совета. Валентина Евгеньевна занималась вот этим неброским, на первый взгляд. На митинге не надо ни о чем кричать, там, не где-то. А здесь надо огромное усилие и работа. Огромное. И она работала. Я, конечно, благодарю ее. Мне было приятно услышать в Москве отзывы наших тюркологов некоторых, известных в нашей стране и в мире, что они очень с благодарностью отзывались о последнем нашем самом богатом этом труде. Я думаю, эти труды еще не за горами. Что касается парламентских будней, накануне состоялось заседание президиума. Здесь депутаты обсуждали свою судьбу, а точнее условия депутатской работы. Проектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 5, статьи 22 и часть 2 статьи 23, в соответствии с которыми на предприятиях, учреждениях, организации, общественные объединения, расположенные на территории Республики Хакасия, возложена обязанность обеспечить депутату беспрепятственное посещение этих объектов, консультации специалистов, безотлагательный прием руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности. Руководители парламентских комитетов и комиссий одобрили проект закона, определяющего порядок и условия признания граждан, нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. Принятие данного проекта закона, по сути, должно способствовать созданию условий для формирования рынка доступного наемного жилья и развития жилищного фонда некоммерческого использования для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. То есть вы понимаете и знаете уже о том, что вот этим федеральным законом был введен новый вид жилья, это жилищный фонд социального использования, жилье, в котором должно предоставляться гражданам, которые не являются малоимущими. По мнению руководителя парламента, это позволит в том числе избежать налоговых потерь, ведь, как правило, арендаторы не платят никаких налогов от сделок с недвижимостью. Мы не получаем доходов до четверти за счет сокрытия доходов, зарплаты, всех доходов, источников, продажи, домов, вообще недвижимости и всего. К сожалению, это все вскрыто и в другой форме происходит. Поэтому бюджет постоянно недополучает. Это и муниципальные бюджеты, это и бюджеты субъектов Российской Федерации. В целом
федеральный бюджет не получает значительное количество средств из этих. В соответствии с действующими нормативами и нормами законодательства, налогового там и всего прочего. В целом же после каникул работы парламенту хватает с лихвой. Подготовлено 22 законопроекта. В частности, усовершенствование закона природоохраны, больной для многих сельчан вопрос о порядке выпаса скота. Также необходимо рассмотреть проект республиканского бюджета на следующий год и скорректировать действующий. Ожидается, что на ближайшей сессии, в последний день сентября, 30 числа, из 22 законопроектов будут рассмотрены 6.